Как отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, кадровый вопрос – один из наиболее актуальных. Владислав Шапша в своем выступлении напомнил, что Калужская область 20 лет назад смогла справиться с проблемой обеспечения автокластера необходимыми специалистами, создав учебный центр. Однако сегодня требования экономики меняются, сильно меняются сами отрасли. Губернатор привел в пример сельское хозяйство. Нужны работники для обслуживания роботизированных ферм, беспилотных комбайнов и иной продвинутой агротехники. Был упомянут федеральный технопарк профобразования, открывшийся в Калуге. Владислав Шапша уверен, что это станет хорошим подспорьем в подготовке специалистов и для нашей области, и для других регионов. Поиск рабочих рук, он может идти в двух направлениях. Или внутри, или вовне. Третьего не дано. Внутри есть ресурсы для того, чтобы наши возможности все-таки расширить. Посмотрите, мы много говорим о том, чтобы молодые люди шли в профессию, в такие профессии, например, как врач или учитель. Где мы найдем самых верных амбассадоров среди молодых людей, которые учатся этому сегодня в наших вузах? Это те ребята, которые, учась на старших курсах, готовы идти и работать в больницу, в фельдшерский акушерский пункт или в школу. Могут они сегодня это делать? Могут. А получают ли они достойную зарплату при этом? Нет. Есть серьезные ограничения. Почему? Потому что у них нет высшего образования, значит, они не могут рассчитывать на надбавки, выплаты дополнительные и так далее, и так далее. Заметьте, если они пойдут работать разносчиками пиццы, доставщиками, ограничений никаких нет. Они будут получать свои деньги очень быстро и исправно, что они и делают. А если они идут в школу или в больницу, то мы их сегодня ограничиваем в этой возможности. Это абсолютно несправедливо, эти барьеры надо снимать, они должны получать достойную заработную плату. И, кстати, среди тех ребят, которые приходят на эти позиции, большинство остается работать после окончания высшего учебного заведения. Губернатор высказался и по поводу привлечения кадровых ресурсов извне. При нынешней ситуации в экономике и при нынешнем уровне автоматизации, по мнению Владислава Шапши, без мигрантов не обойтись. Однако необходимо учитывать, как это влияет на общество и как организовать работу по привлечению этих людей, чтобы не было нагрузки на социальную сферу. Ведь зачастую вместе с работником приезжает и его семья. Владислав Шапша считает, что лучшим вариантом при привлечении мигрантов было бы использование вахтового метода. А ответственность за привлеченного специалиста, социальная нагрузка – все это должно ложиться на плечи работодателя.